Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их описанием. Смерть Богородицы Хьюго ван дер Гоз. Около 1480 года. Дубовая панель, масло. Находится в Брюгге, музей Грунге. На картине изображена Дева Мария на смертном одре в окружении 12 апостолов, которые толпятся вокруг ее постели. Питер одет в белые одежды священника и держит свечу, которую по современному на тот момент ритуалу передадут умирающей женщине. Иисус парит над ее кроватью в ореоле света, окруженный ангелами, чтобы принять ее душу широко распростертыми объятиями. Наряду с алтарями, манфорты и партинари считается одной из самых важных работ ван дер Гоза. Эта картина знаменует собой прорыв в стиле ван дер Гоза. Линия стала более важной, значимой, декорации исчезли, изображения не хватает глубины, оно плотно сжато, и только кровать, дверь и тело Богородицы служат пространственными указателями. Картина известна тем, что не изображает апостолов ни в традиционной идеализированной манере, ни в виде общепринятых типов фигур, а вместо этого представляет каждого как уникальную личность, выражая их горе с помощью различных выражений и жестов. Вот такое описание я нашел в интернете к работе Хьюго ван дер Гоза. Работа называется «Смерть Богородицы». Находится в музее Грунингем в Брюгге около 1480 года. Пока-пока, до свидания.